Среди любителей интерактивных ужастиков популярно мнение, будто жанр хорроров давно находится в упадке. Мол, по-настоящему страшных игр уже лет 10 как не выходило. Все леденящие душу серии скатились в уныние, надежды нет, и все в этом духе. На волне такого ропота о себе решил напомнить Синдзи Миками, создатель серии Resident Evil. Его проект The Evil Within — это триумфальное возвращение жанра survival horror к былому величию. По крайней мере, так написано в пресс-релизах. Редакция GMBOX прошла два демонстрационных уровня The Evil Within и спешит предупредить. В новый хоррор от Синдзи Миками играть действительно интересно, но не то чтобы страшно. Дело в том, что The Evil Within собирается поднимать жанр с колен с помощью трюков и приемов, которые мы все видели уже много раз. Новая игра Синдзи Миками состоит из цитат, отсылок, штампов и прямых заимствований из важнейших произведений мировой хоррор-культуры последних десятилетий. The Evil Within не гнушается пугать вас внезапными звуками, нагнетать саспенс обманчивым затишьем, заливать кадр литрами крови и показывать вырванные кишки крупным планом. Иногда здесь необходимо прятаться от врагов в шкафах, в панике убегать от бессмертных монстров и в одиночку отстреливаться от толп нежити. Вы обязательно посетите такие типичные для хорроров локации, как жуткая психиатрическая лечебница, мрачное поместье, заброшенная деревня и так далее. Иными словами, The Evil Within пытается собрать в себе все самое страшное, что было открыто в игровой и киноиндустрии за многие годы. Игра предлагает пеструю палитру из скримеров, стелса и напряженной стрельбы, не забывая при этом регулярно бросаться в вас внутренностями и менять место действия. Разработчики точно не знают, что заставит игрока подпрыгнуть на стуле, поэтому используют как можно больше проверенных временем средств. Что-то же должно сработать. И это не обязательно плохо. В конце концов, The Evil Within отрабатывает традиционную программу почти идеально. Главным и, как нам показалось, самым эффективным инструментом в арсенале The Evil Within является тотальный дефицит всего. Напряжение здесь постоянно поддерживается за счет нехватки ресурсов, исцеляющих шприцов, патронов, спичек и так далее. Благодаря строгой дозировке всего этого, играть в The Evil Within на самом деле интересно. В перестрелках пытаешься экономить патроны и грамотно использовать окружение, а внезапные атаки противников и дефицит шприцов учат никогда не терять бдительность. Это сложный и напряженный экшен, который имеет все шансы стать для кого-то еще и приличным хоррором. Но последнее состоится только если выпрыгивающие из-за угла монстры и гротескная расчлененка на вас все еще действуют.